Приветствую на канале Урожай Ягод. В конце июля я уже записывал ролик о том, как садил на черное агроволокно саженцы клубники нейтрального светового дня Мурана. И сегодня уже посмотрим, спустя полтора месяца, посмотрим результат. Обычно клубники нейтрального светового дня, посаженной в конце июля месяца, я не даю плодоносить уже до конца сезона. И она мне начинает плодоносить только весной. Но в этом году кусты развились быстро, развивались хорошо, ничем не болели, и я решил отпустить на ягоду. Несмотря на маленькую листовую массу, на большинстве кустов уже наросло по 2, по 3 розетки. Из 120 кустов, посаженных на 10-метровой грядке, был только один выпад. И то этот выпад был только из-за того, что куст подъела личинка майского жука. За эти полтора месяца, если кому интересно, проводил только две подкормки куриным пометом, раствором куриного помета, который разводил 1 к 60. Так сильно разводил, чтобы не обжечь молодые корешки. Кусты, конечно, можно было еще разогнать сильнее, дать нарасти еще больше розеткам, но цветоносы были крупные, и цветоносов, ну, скажем так, немало, поэтому решил дать ей немножко поработать осенью. Для тех, кто только начинает заниматься выращиванием клубники нейтрального светового дня, я бы, конечно, посоветовал еще немножко разогнать кусты. Но даже в таком состоянии, спустя 2 недели, клубника Мурана уже будет давать неплохой урожай. Надеюсь, видео было интересным и полезным.